Карина, сюда. Куда мы идем, Марлин? За мной. Уже близко. Ты как? Силы на исходе, но я справлюсь. Уже близко. Внимание! Начался комендантский час. Те, кто находится на улице без разрешения, будут арестованы и предстанут перед судом. Что выносим-то? Я покажу. Внимание! Начался комендантский час. Те, кто находится на улице без разрешения, будут арестованы и предстанут перед судом. Внимание! Начался комендантский час. Те, кто находится на улице без разрешения, будут арестованы и предстанут перед судом. Джоэл, помоги мне. Ну-ну-ну-ну. Давай-ка, вставай. Отвали от нее! Эй! Отпусти! Что, уже и детей вербуете? Она не из наших. Черт! Что случилось? Не волнуйся, заживет. Нашла помощь. Но сама не пойду. Я тоже остаюсь. Элли, другого шанса не будет. Стоп. Так речь о ней? Группа наших будет ждать возле Капитолия. Да уж, не ближний свет. Вы справитесь. Отведете, вернетесь, оружие ваше. Вдвое больше той партии. Кстати говоря, где оно? У нас в лагере. Покажешь, тогда и договоримся. Пойдешь со мной. Проверишь оружие. Меня подштопают. Но ей в ту часть города нельзя. Джоэл за ней присмотрит. Подожди, ты я что? На это не подпишу. Я за ней пойду! Ты их знаешь? Я знала его брата Томми. Он сказал, что на Джоэла можно положиться. Уже после того, как бросил с вами партизанить? Он и тебя бросил. Он был мне другом. Отведи ее к северному тоннелю и жди меня там. Всю жизнь мечтал. Это просто груз. Марлин. Хватит спорить. Не бойся. Иди с ним. Только недолго. А ты за мной. Пошли. Ого, я слышала стрельбу. Что случилось? Цикады. Если не уберемся с улицы, тоже будет и с нами. Ты же профи, я просто иду за тобой. Сюда. Поживей. Сюда. Так мы попадем в северный туннель. Как нам туда добраться? Погоди минуту.
бы по туннелю таскаете? Да. Типа контрабанду? Иногда. А детей водил? Нет, это первый раз. Так что за дела у тебя с Марлин? Ну, мы вроде как дружим. Дружите? Глава ЦК подружка твоя? Тебе сколько, лет 12? Она знала мою маму, и она за мной присматривает, а мне 14. Какая вообще разница? А где твои родители? Там же, где у всех. Умерли давно. Значит, ты решила забить на уроки и сбежать к цикадам за приключениями? Мне запрещено говорить, почему я должна выбраться из города. Знаешь, почему я люблю свою работу? Потому что знать почему мне не обязательно. Мне вообще плевать на тебя. Отлично! Супер. Пришли. Чего разлегся? Убиваю время. А мне что прикажешь делать? Уверен, ты сама придумаешь. Часы разбились. Куда? Ты бормочешь во сне. Ненавижу кошмары. Да, я тоже. Я еще не бывала так близко к границе. Здесь так темно. Там что, еще хуже? Хуже? Зачем вообще ты нужна цикадам? Эй, простите, что задержалась, проклятые солдаты. Как Марлин. Жить будет. Я видела товар. Много. Готовы? Да. Идем. Тебе не кажется странным, что Марлин выбрала нас? Она хотела отвезти девочку сама или с кем-то из своих отправить. Но на безрыбье... У нее мало людей, пришлось нас просить. Надеюсь, будет кому нам заплатить. Кто-то найдется. Идем. Кто нас будет встречать? Она сказала, несколько цикад из другого города. Большая честь. Ты кто такая? Ты дочурка важной шишки, что ли? Типа того. А долго нам еще идти? Если все пойдет по плану, мы дойдем через пару часов. Давай договоримся. Ты не отходишь ни на шаг и делаешь, что скажут. Да, конечно. Посмотри, что наверху.
Стойте. Впереди патруль. Ну все. Ушли, вылезайте. Давай, Элли. Осторожней. Дочь, конечно, не радует. Охренеть. Я за кордоном. Вот сюда. Так, без глупостей. Но... Вставайте на колени. Сканируй, я доложу. Ладно. Руки за голову. Это Рамирес, сектор 12. У нас тут трое бродяг. Так точно. Дай сбежать. Мы хорошо заплатим. Заткни. Как все задолбало. Угу. Скоро они. Пара минут. Простите! Ни хрена ж. Я и не думала, что вы их убьете. Вот дерьмо. Смотри. Охренеть. Не понял, это что, подстава? Я... На нас повесили больную девчонку? Я не больна. Нет? Прибор ошибся? Я объясню. Да уж, придется. Смотрите. Да плевать, как ты заразилась. Укусу 3 недели. Дольше 2 дней никто не протянул. Хватит врать. 3 недели, клянусь. Зачем вас подставлять? Я тебе не верю. Тесс, беги. Беги! Вставай! Бежим! Бежим! За мной. Быстро. Соберись, Элли. Бежим по моему сигналу. Бежать по сигналу. Ясно? Черт подери, сколько солдат. Солдаты, вон там. Да вижу, вижу. Похоже, прорвались. Проверить траншею. Не лезьте. Твою мать! Бегом, бегом! Но впереди еще. Сюда, Джоэл. Иду.
Как же их тут много. Как мимо них пробраться? Нас пока не заметили. Пошли в обход. Ну что там? Слишком много. Жесть. Блин, они совсем рядом. Каковы обречи? Ладно. Еще фонари. Вроде похоже. Не отставай. Хоть от дождя скрылись. Ну как? Вроде можно пролезть. Отряд Чарли, прием. Стоп, стоп! Опять солдаты. Цель не обнаружена. Вернуть поиски и явиться в сектор 1. Нас пока не видят. Ты, по машинам. Не лезем на свое. Нет, они еще тут. Самое время передохнуть. Джоэл, посмотри, что тут полезного. Слушаюсь, шеф. Дэс, нам сюда через трубу. Вроде тут есть проход. Держись рядом, Элли. Все, свалили. Так, какой у нас план? Ну, допустим, мы доставим тебя к цикадам. Дальше что? Марлин, она сказала, там своя карантинная зона, и врачи все еще ищут лекарства. Это мы уже слышали, да, Тесс? А то... Что случилось со мной, поможет сделать вакцину. О, боже. Она так сказала. А, не сомневаюсь. Пошел ты! Я на это не напрашивалась. Я тоже. Тесс, нахрена мы в это влезли? Вдруг правда? Да брось ты. А вдруг, Джоэл? Доведем дело до конца, раз уж начали. Тебе напомнить, что нас там ждет? Я знаю. Сюда! Пойдем через центр. К рассвету будем у Капитолия. Надеюсь.
Что за звук? Тесс, ты слышала? Да, но вроде бы далеко. Черт. Фиговая пропасть. А вот и Капитолий. Да, нам придется обойти. Это типа центр города? Ага. А теперь подписывайся. Сюда. Что-нибудь нашла? Нет. Ищи. А мне что делать? А ты держись рядом с ней. Ну да, ну да. Эй, Тесс! Иду. Его разорвали. Труп еще свежий. Это плохо? Вероятно. Пойдем-ка отсюда. Еще один, черт.